Поиски пропавших без вести на горной территории Губы альпинистов будут продолжены до тех пор, пока они не будут найдены. Об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант медицинской службы Фаик Тагизаде на пресс-конференции, прошедшей в штабе, созданном в связи с поиском пропавших без вести в Губе альпинистов. Фаик Тагизаде сказал, что министр Кемаль Атынгейдаров дал указания в связи с этим. Поисково-спасательные операции будут продолжены до тех пор, пока не будут найдены альпинисты. Отметим, что при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью знакомства с территорией, где проводятся поиски пропавших без вести в горной части Губинского района альпинистов, группа журналистов находится в этом регионе. Севда Джафарова, Эльхан Юсифлин, Аль Бабаев, Азартач, Губа.